Ребята, всем привет! Вы на канале Сибирский Бродяга, с вами Жека. Что, друзья, сегодня было в планах у меня сходить на рыбалочку, но после 4 суток ливней, проливных дождей, у нас поднялась вода. Вода бежит мутная. В общем, кидать воблеры, мух, блесна бесполезно. Ну а чтобы не сидеть, ребят, зря дома, решил сегодня выбраться в одиночный поход, погулять немного по лесу, посмотреть, что у нас есть съестное, распустилось. Вот. Ну и навестить свой шалаш, который я строил в том году осенью, и где я отметил веселый Новый год в шалаше. Вот. На улице сегодня у нас облачно с прояснениями, то есть и светит солнышко, и дует местами порывистый ветер, но вроде как без дождя. Ну вот, на неделю вперед посмотрел я погоду, то есть обещаю там и ливни, ливни с грозами, с градом, в общем, погода неутешительная. Вот. Ну и есть, ребята, у меня для вас очень хорошие новости. Ну и вернее, и для меня тоже. Вот. Спустя полторы недели сушки моих гаджетов, которые я утопил в предыдущем походе, они, ребята, запустились. То есть запустился мой и смартфон также, на котором я монтирую для вас фильмы и снимаю. Вот, друзья, все благополучно у меня работает. То есть все просохло. Вот, как вы, друзья, видите. Правда, было у меня запотевание на камерах, но я от них избавился. Вот, кстати, небольшой такой лайфхак, что вытаскиваете лоток с сим-картой. Если у кого-то есть запотевание на камере, вытаскиваете лоток с сим-картой, заводите свой домашний пылесос мощный, то есть отстегиваете щетку, и прям высасываете, в общем, всю влагу. Вот. Ну, в моем случае это все отлично сработало. И, то есть, телефон у меня сейчас в идеальном состоянии, можно так сказать. Никаких запотеваний нету. Сушил я его где-то дней 5 в силигеле, которые кладут в обувь. Потом дней 10 где-то, а нет, меньше, наверное, дней 7, наверное, он у меня пролежал в рисе, как мне советовали на форумах. Я, кстати, облазил очень-очень много форумов. Вот, и потом пару дней, наверное, пролежал на открытом воздухе. То есть я его положил на балкон, но положил не так, что на палящее солнце там, а положил в тенек, в обдуваемое место. Вот. И также у меня, ребята, заработал диктофон мой для записи звука. И также заработала у меня петличка. Так что, ребята, вот, я думаю, китайский, было бы это все китайское там, да? Ну, телефон, понятно, с Китая. Вот. Ну, было бы это все, я думаю, плохого качества, то это бы уже все было непригодное. Вот. Ну, я очень рад, что у меня сейчас все работает, и я могу сейчас полноценно вести съемки, полноценно записывать звук в хорошем качестве. Вот. Ну, это благодаря, конечно, еще, наверное, Господу Богу, услышал мои молитвы, можно так сказать. Ну вот. По дороге к моему шалашу мне встретилось вот такое вот растение интересное. Это сибирская лилия, либо саранка. Вот. У нее очень вкусная луковица, то есть она там такая желтенькая. Состоит из из многочисленных чешуйчиков таких вот желтеньких. Ну, как-нибудь потом я вам выкопаю, покажу. Потому что у нее луковица находится достаточно глубоко. Она такого под вид, как картошка такая лесная, но только маленько сластит. Вот. Очень, кстати, вкусная луковица. Вот так вот, ребят, у нас все позарастало. В общем, была дорога раньше когда-то.
А сейчас тут кромешные заросли. Можно сказать, идешь как по джунглям. Вот. Сегодня у нас 10 июня. Тайгу, ребята, не узнать вообще. Такие просто заросли, целые джунгли. Нужно идти, короче, ребят, с мачете, походу, сюда. Вырубать трава выше меня ростом. Вот. Ну, потихоньку двигаюсь, преодолеваю кое-какие препятствия. То есть наваляло что-то все тут. Или напилили, или само упало. Вот первый мне попался. Муравейник взъерошенный. То есть медведь уже, походу, здесь был. То есть он был где-то вот такой, наверное, муравейник. А стал, ребята, вот такой вот. Весь разрытый. Да, ну что и требовалось ожидать. То есть пихтолапка от солнца покраснела и начнет скоро осыпаться. Так что будем мы, скорее всего, это все скидывать и застилать чем-то нормальным. Пока, друзья, шел к своему шалашу. В общем, ну вот он мой шалаш. Тут встретился мне небольшой участок с черемшой. То есть сейчас я хочу набрать медвежьего лука, по-другому он еще называется, и сделать сегодня летний витаминный салат. Я думаю, это будет очень вкусно. Я как раз взял с собой майонез, вот, взял соль. Так что сегодня сделаем вкусный салатик летний. Так что сейчас сниму рюкзак и нарежу быстренько черемши. И, скорее всего, ребята, пойдем дальше, так как останавливаться я здесь не буду. Я взял на всякий случай с собой гамак и попроведывали, в общем, шалаш. Шалаш вот в таком виде, нужно все его полностью переделывать, вот. Но этим займемся маленько позже. Ну а сейчас нарежем медвежьего лука. Вот, сразу идет такой чесночный аромат. Да, друзья, зимой таких зарослей не было. Было куда комфортней. Так, ну и еще, ребят, помимо медвежьего лука, либо черемши, можно также у нас в сибирской в тайге употреблять в пищу такое растение, как пучка. Вот, сейчас я вам ее покажу. Может быть, у кого-то это называется борщевик, но не тот борщевик сосновского, что делает ожоги, а съедобный борщевик, то есть съедобная пучка. Вот она. Вот. У нее такой, как сказать... Вот он, вот так вот выглядит лист, то есть листья большие, вот. На запах я вам даже не могу сказать. Ну, вот так вот ее очищаешь, то есть ее надо чистить. Вот. Как бананы, то есть очищаешь вот так вот. И уже вот эту часть, уже мягкий стволик, уже можно употреблять в пищу. На вкус как приправа какая-то, то ли, сейчас скажу. На вкус, друзья, наподобие как мята,
Мята с лаймом смешана, что-то такое. И какая-то пряность есть. Присутствует. То ли как базилик, сельдерей, вот что-то. Вот что-то такое, друзья. Вот. Если у кого-то растет, обязательно спробуйте. Вот. Также в ней очень много витаминов. И еще, друзья, есть такое растение. Сейчас я вам покажу. А вот оно. Но его руками лучше не брать. Потому что это ядовитое растение. Называется аконит. Аконит, он, кстати, у него корни обладают очень сильным эффектом против раковых опухолей. Вот. Можете почитать. Потому что объяснять, рассказывать это сейчас займет, ребята, очень много времени. Вот, сейчас я покажу, как он выглядит. Ну вот, ребят, вот так вот выглядит аконит. То есть у него очень ядовитые корни. И преобладает вот эффектом против раковых опухолей. Вот, его прям тут очень-очень много. Цветет он очень красиво. То есть цвет набирает, вот уже видно. Вот, цветет такими синенькими цветочками. Ну, как распустится, ребят, я вам покажу. У меня, кстати, заказывали уже корни. Надо будет накопать. Вот, его у нас тут очень-очень много по тайге. Пройдя немного по бурелому, по нашей сибирской тайге, нашел такое небольшое живописное место. Мне оно очень здесь понравилось. То есть здесь пихта растет, береза, в общем, замечательное место. Ну и нету такой травы высокой, где можно спокойно разбить сейчас лагерь, остановиться, вот, разжечь костер более безопасно, что ничего не загорится, нету сухостоя. Вот, ну, в общем, буду сейчас располагаться здесь, разжигать костер, готовить дрова. Сегодня я взял с собой гамак, чтобы с комфортом провести время, полюбоваться природой. Ну и, в общем, отдохнуть, ребята. После трудовых будней, так сказать. Ну вот, на такой высоте установил гамак. Сейчас буду снимать чулки. В общем, распрямлять. От земли где-то 1-2 метра. То есть главное в него залезть. Лагерь у нас разбит,
Сейчас самое время заняться летним салатиком. Будем сейчас нарезать нашу черемшу. Помимо салатика, ребята, я сегодня взял с собой картошки. Хочу пожарить картошку с яйцами. Так что сегодня у нас не царская пища, но будет вкусно. Кстати, у меня еще есть с собой немного мяска. Вот. Чай у меня с лесными травами. О, а то что-то во рту все пересохло. В общем, сейчас будем нарезать нашу черемшу. Вот столько я собрал. Тут она, кстати, еще есть. Если их не хватит, можно будет добрать. Но, думаю, много мне одному не понадобится. Вот, нож взял маленький с собой, чтобы удобно было готовить. Вот, накрошили черемшу, и чтобы черемша у нас была сочнее, нам ее нужно маленько истолочь и посыпать солью. То есть сейчас посыпаем маленько соли. Вот так вот. И немножко ее нужно пожмякать. То есть вот так вот ее потолочь маленько надо, чтобы она дала сок. Вот, толку прям ножом, вот обухом ручки. Вот так вот она у нас сейчас будет, даст весь сок, отдаст и будет мягкая. Ну а пока салатик будет настаиваться, я почищу картошки, поставлю сковородку, пожарим. И сразу, наверное, с курочкой пожарим картошку. Ну вот. Ну сейчас. Сейчас заправим все это дело майонезом. Вот так вот. Хватит. Остальное на картошку оставим. Вот прям палочкой вот так вот размешиваю. Хорошенько. Друзья, это, наверное, мне мало будет. Очень вкусно. Вот так вот выглядит салатик с черемши. Картошка прям суперская, ребята. Уже свежий урожай. В магазине купленная. Своего огорода нету. Поэтому берем все в магазине. Вот такая вот картофелина, ребята. Мне тут
Три штуки, я думаю, за глаза хватит. Сейчас начищу быстренько. Да, маленьким ножом гораздо удобнее, чем якутским. Чистить картошку. Так, картошка у нас почищена. Осталось ее покрошить. Ну а мяско я хочу запечь в фольге. То есть сейчас выложим мясо, накрошим лучка. Вот такие вот у меня чихахбили. Это то есть под вид бедрышек, бедрышки. Вот, только оголимое мясо без кожи. Нарезаем кольцами лучок тоненько. Ну, думаю, достаточно. Вот она получится, мясо будет сочное и очень вкусно. Вот, чтобы не пригорело, сейчас маленько подолью подсолнечного масла. А вот столько, думаю, хватит. И посыпем сверху соль с перцем. Вот, думаю, хватит. Ну и все, ребята, и начинаем нашу вкусную бомбочку заворачивать. Вот, чтоб ничего не вытекло, самый сок. И вот так вот аккуратненько все завернем. Несколько слоев. Вот сейчас пока будем жарить картошку, у нас будет запекаться мяско к салатику, к летнему. Вот, готово. Ой, заодно сейчас картошку пожарим.
как бы ее поставить поудобнее. Вот, поджарочкой будет. Люблю поджарочку. Картошка. Натуральный продукт, ребята. Все делаем палочкой сегодня. Так как ложку я забыл. Есть будем, конечно, ложкой. Мы вырежем с вами, сделаем быстро ложку с бересты. Сейчас я вам покажу, что делать, если вы забыли ложку дома, потому что я сегодня ложку забыл. Вот. Нам понадобится вот такой кусочек бересты. Ну, можно взять бересты меньше, потому что мы ее все равно будем обрезать. И желательно брать бересту с молодой березы, потому что со старой березы береста она будет ломаться. Вот, мы ее не сможем обрезать. Вот. А чтобы нам ее сделать как можно тоньше, нам нужно будет снимать слои. То есть с наружной части бересты нам нужно снять слой. То есть разделить бересту. Вот так вот. Чтобы она была эластичная. Вот. Дальше. Так, дальше мы делаем следующее. Мы вырезаем квадратик. И когда береста эластичная, то есть она не рвется. Вот, естественно, если это делать острым ножом. Ну, вот такой вот квадратик нам понадобится. Даже можно взять меньше. Вот. И по волокнам, то есть против волокон, делаем небольшой надрезик, чтобы нам ее загнуть. То есть загибать будем вот так вот вовнутрь. Вот, и дальше нам понадобится палочка. Маленькая, ну, ручка. То есть нам надо будет ее расщепить. Расщепляем не сильно, чтобы вставить бересту в нашу палочку. Чтоб она ее зажала. Вот. То есть вот расщепили палочку. Потом вставляем сюда нашу бересту. Вот. И теперь нам надо придать нашей ложке гидовую форму. То есть, чтобы можно было ей комфортно кушать. То есть нам нужно обрезать все лишнее. Также берем ножик и начинаем обрезать. Обрезать это все лучше не на руках, а на каком-то твердом участке. Потому что береста может пойти по своим волокнам. Вот, то есть кладем на твердую поверхность. И начинаем обрезать. Вот. Ну, вот такой вот ложкой уже можно комфортно покушать.
даже супчик, что-то размешать, вот, похлебать. В общем, и даже можно и кушать второе, и первое. Вот. Но эта ложка, я говорю, на скорую руку, и она одноразовая, потому что если ей кушать второй раз, она уже береста будет сворачиваться. Ну вот, ребят. Вот такой ложечкой я буду сегодня кушать и салатик, и картошечку. Сейчас я еще маленько придам ей форму. Вот, ну вот так вот. Так, ну я думаю, уже пора доставать нашу аппетитную бомбочку. Фольгированную, он там вон в углях лежит. И готов у меня вот такой вот столик. Я взял бересту, кусок бересты, ну, чтобы можно было уютно кушать. То есть здесь вот у меня под листиком лежит витаминный такой салатик. Сейчас мы все спробуем. Нальем чайку. Картошечка уже пожарилась. Ну, а сейчас нам надо достать наше мяско. Я думаю, оно уже прожарилось. О! Мяско наше уже шкварчит. Так, веточка уже пихтовая запарилась. Открываем наше мясо. Ой-ой-ой, ребятушки. Это, наверное, очень-очень вкусно. Вот так вот все выглядит. Прям пропеклось. Ну, сейчас затестим нашу новую ложку. Вполне удобно. Можно кушать. Во. Вкуснотища. И мяско с лучком. Это вкусно. Да, сейчас после такого обеда я сейчас завалюсь в гамак, наверное, поваляюсь маленько, отдохну. То что-то я думал, у меня сегодня не царский обед, а оказался царский. Салатик прям вообще вкусный. С медвежьим луком. Угу. Ворон где-то орёт, рядом сидит.
что, друзья, отобедал. Сейчас нужно, чтобы переварилось все это дело. Сейчас залягу в гамак, ребята, буду отдыхать. Погодка портится. На глазах меняется прям. Затянуло тучами все небо опять. Солнце спряталось. Вот, сейчас пью горячий чай. И иду в гамак. Эх, как бы сейчас сюда залезть-то еще. Ребятушки, я даже не представляю. Что-то я его, похоже, сильно высоко натянул. Гамачок. Но сейчас попытаюсь заскочить. Главное потом слезть. Оба! О! Лучше всяких Мальдив! Ой, как хорошо, ребята, вы не представляете. Никакие Мальдивы не нужны. Просто кайф. О! Можно вечно лежать и смотреть, как летают вороны. Как колышет пихты ветер. И как все распускается, друзья, на глазах. Это просто кайф. Нигде такого не увидишь, друзья, как только в Сибири нашей необъятной. Ой, как бы не заснуть тут, а то засну, завтра на работу не пойду. Интересно, друзья, лежать в гамаке. Слушать шум ветра, пение птиц. Звуки костра. Да, что может быть лучше? Ладно, буду отдыхать. Сейчас часочек посплю, наверное. И потом пойду домой, фильм для вас буду монтировать. Ой, никуда не охота вообще двигаться. Ну вот, ребят, на этом мой поход выходного дня подошел к концу. Хочу вам сказать всем до свидания. Я с вами не прощаюсь, а говорю, друзья, увидимся в следующем походе. Так что не забываем подписываться на мой канал, если кто не подписан. И не забываем ставить лайки и писать добрые и хорошие комментарии. Всем пока, друзья!